стандартное место для записи. Привет, всем привет! Стандартное место для записи перед выходом. Мы сейчас едем на пикник. Я думаю, вы знаете все этого человека. Но кто не знает, тот узнает. Это Сабина. Она живет со своей семьей в Торонто и ведет Инстаграм-страничку, и на Ютубе она есть. Она ее семья из Казахстана. И вот она пригласила всех на пикник. Говорит, это будет такой пикник знакомства, кто хочет, приезжайте. Ну и сегодня воскресенье, и почему бы и нет? Погода прекрасная, мы собрались. Сейчас заедем в Костко, купим чего-нибудь для пикника и поедем навстречу. Не могу выключить, да что такое, не попало с первого раза. Такой из меня блогер. Мы заехали в Костко, прикупили кое-что для пикника и не только. И теперь наконец-то отправляемся. Слегка опаздываем. Значит, взяли вот такой вот пирожок, два тортика, Канада Драй. Это Аня, это детям, это домой. А купили с мужем две вот такие поилочки для себя. Поилочки. Поилочки. Как хомячком. Двухлитровые поилочки. Так, я думаю, мы пришли. Я вижу вон флаг Канады, флаг Казахстана, значит, нам куда-то туда расположились. Нет, а надо было? Я смотрю, тут все порезано. Вкусно? Вкусно. Вот столько человек пришло. Просто огромное количество. Нагулялись, наобщались, наелись вкусняшек. И идем. Запишем, как срыв. И идем домой. Поменялись телефонами, все обменялись. Может быть, получится еще встретиться с кем-нибудь. Дети, по крайней мере, счастливы. Нашли себе новых друзей. В общем, было здорово. Привет, привет. Прошла неделя ровно с предыдущего видео. Сегодня у нас суббота, и мы едем в Wonderland. Это парк развлечений здесь, в Торонто. Находится он где-то 20 минут от нас. Собрались мы опять же спонтанно, мы вообще очень спонтанные люди. Просто вчера я листала ленту, не знаю, Инстаграма, наверное, или может еще какую-то, и увидела, что у них до 5 сентября акция «Золотой билет», то есть это на конец 23 года и 24 год, вчера стоил $99 на одного человека, и можно было оформить рассрочку на год. В итоге мы заплатили, получается, в этом месяце $100, и следующие 11 месяцев мы будем платить по $33. Прекрасная просто акция. Спасибо Wonderland'у за такую возможность. И сегодня мы первый раз туда поедем. На этих выходных Канада отмечает Labor Day или Labor Day. Я не знаю точно, как правильно это произносится. Это что-то по типу 1 мая, День трудящихся, да, вот эта вот вся тема. Мы ни разу о таком не слышали, естественно. Это наш первый такой день. Но в Wonderland'е сегодня будет в связи с этим праздником шикарный салют. И фотки я, конечно, салюта посмотрела, плюс это последние денечки детей перед школой. И мы решили приурочить, значит, вот эту вот поездку к концу летних каникул. У мужа завтра, кстати, день рождения, поэтому все собралось в кучу. Мы уже собрались, меня уже ждут, поэтому встретимся с вами в парке развлечений. Так, забираем кепки. Собственно, вот они и горочки. Как бы не пропустишь.
Дети готовы? Ну, на самую большую горку пойдете? Нет. Нет? Смотрите, лезет гусеница. Там какие-то такие крики. Это наши катаются. Стас с Кириллом пошли кататься, а мы не прошли по росту. Вот еще один замечательный аттракцион. Наши стоят в очередь вот на этот аттракцион. Сейчас будут грузиться. Конечно же, перекус. После всех этих больших потрясений и волнений. Кирилл, да. Как тебе вертушка эта? Очень супер. Они решили прокатиться на ромашке. Ну, как ты прокатилась? На ногах очень сильно. С ветерком. У меня даже в голове закружилось. А я горы хотела вниз. Наши мальчики собрались на ромашечку побольше. Это вот эта вот, которая очень высокая. Боже, я горжусь своим сыном. Как ему не страшно на такую высоту? Я бы не рискнула. А ему нипочем. Стас-то любит такие аттракционы. А вот Кириллу, конечно, он первый раз. Приходить нельзя. Поэтому кто-то сторожит, а кто-то поедет кататься.
встали наконец-то они в очереди все втроем на последние покатушки. Потом пойдем смотреть уже салют. Торжественное зажигание свечей. Ну что, Аня будет помогать мне дуть? Конечно. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, любимый муж! Поздравляем тебя! Зажила, не заходил? Да. Хорошо. А то просто, может, сдул. У нас последние теплые денечки, скорее всего. Эта неделя выдалась, блин, очень жаркая. Сегодня обещают 32 по градуснику. Естественно, будет больше. И мы приехали на озеро. Да. Будем загорать, купаться. Вот так мы припарковались на бордюрчике. Да. Это наших друзей машина. Сейчас будем отдыхать, кататься на лодочке. Это прям такой прибрежный какой-то городок. Здесь у нас прекрасное место. Здесь очень это низкая вода. Да. Здесь правда гадко. Спускаешься, но потом идешь, и там песочек. И вон, видите, там лодки. Вот аж там. Там по пояс. Прекрасный пляж для детей. Вообще супер. И вода из-за того, что второй или третий день у нас 32 градуса, вода теплая, прям парное молоко. Мы только что накупались, вылезли. Да, сын? Да. И вот я их опять намазала кремом, и они снова собираются в воду. Давайте. Вот это красота, да? Накупались. Мелко, тепло. Да. Детям понравилось, да? Очень. Будем приезжать. А? Нам не понравилось, нам. Мы в восторге, да? Да. Нам нравится, потому что веселье же еще не кончилось. Ну да, еще не кончилось, еще можно потусить немножко. Все, мы красноносые, сгоревшие. Местами. Ну, очень довольные. Местами сгоревшие. Не пол. Лучше, чем в прошлый раз. Лучше, да? Да. Хорошо. Не так равномерно корочкой покрытые. Кирюш, аккуратно, тут дорога. Отдохнувшие, уставшие. Идем в осень. Можно сказать, попрощались сегодня с летом. Завтра дети выходят в школу. Начинаются опять курсы, начинается опять просто бытовая жизнь. О, папа, что тоже хорошо. Да, Максим. Да, тебе понравилось? Угу. Накупалась? Да. Я хотела еще остаться, а потом Кирилл очень сильно захотел домой. Да. Дети все накупались, устали. Для них вообще вот, ну, открытый водоем, такой, как озеро, это что-то в диковинку. Мы плавали в бассейне. Ну да, купались-то и только в бассейне. В Ионическом море купался. Ну, когда-то Кирилл купался в Черногории, а так в основном мы были по бассейну. А сейчас целое озеро в их распоряжении было. Прям мне это напоминает свое детство, лето. Мы на речке, на Днепр, на даче. Здесь вот такие вот домики. Ну, это что-то типа дач.
То есть здесь как бы без отопления, это только на лето. Вот, народ покупает себе, у каждого лодки стоят. И целое лето живут на природе. У кого-то электрокар такой. Тоже такие домики небольшие. Мы в такие домики в Германии или в Голландии ездили отдыхать летом. Домашка уже не та. Уже? Вот. Кирюша сидит, делает домашку. Купили ему под это дело отдельный... Хромбук. Хромбук. Хотела сказать ноутбук, но это же не ноутбук. Вот. Если что, сдавай. Как раз под школу. Установил Стас ему туда. Взял ему аккаунт. Он вошел... На школьный сайт, да, получается? Нет, у них в школе специальный аккаунт есть. Google Apps for Schools. Угу. Там электронный класс, все дела. Задания там все. Учебники он по математике ему учитель там скинул. Прикольно. Вот ему уже задали по-немецкому, значит... Ой, по-немецкому. У меня все еще немецкий. Давайте покажу. По-английскому языку ему сказали написать, что значит его имя. Такое... Ну, то там такой опросник. Что? Интересные факты о твоем имени. Это другое. Почему тебя так назвали? Смотри, он там писал... Происхождение старые, имени. Ну, все про имя, в общем. Новое? А, вот новое. И это математику это тоже задали. Но математику мы еще не смотрели. Вот, сидим, вот, разбираемся. Где задание? Задание у тебя в почте. Открой почту. Моя. Да, там же есть почта. Туда приходят все письма от учителя. Школьную, не твою личную, а школьную. Нет, правильно, тут открываешь.